Всем привет! Поздравляю всех с праздником! Сегодня 1 июня, День защиты детей. Всех деток с праздником. Ну и нас всех с праздником, мы тоже где-то дети, да? Так, бегу за ромашкой в садик. Ветрено немножко, наверное, шумит. Не знаю, если шумит, извиняюсь. Иду с самокатом. Утром поехала на Давида самокате. Рома захотел, отвези меня на Давида самокате. Ну, в общем, мы поехали на Давида самокате. Смотрите, какая красота розы. Ну и посреди дороги он, заднее колесо, в общем, покололось. Вот так вот. Так что пришлось мне полдороги идти так. Ну и назад, в общем, просто вести самокат. Вот так вот. А сейчас Ромку заберу и расскажу вам, куда чего мы собрались. Забрала я своего ребеночка. Угу. Ей, скажи ребятам привет. Привет. В общем, мы решили с ним... Не ребёнка, мам, хорошо. А ребята. А, я неправильно сказала, что ли? Да. Извините. Ребята, да, извините. Так, в общем, мы с Ромашей собрались ехать сейчас в Коблинц. Сначала дойдем до нашего вокзала. Я куплю там знаменитый билет за 9 евро, если вдруг он будет еще. Ну, в автомате должен быть по-любому. Куплю себе тоже такой билет, потому что, ну, Роману, Давиду я покупала, старшему сыну. Ну, и сейчас хочу себе купить. Он выгоднее, получается, что две поездки туда, в Коблинц и обратно, это будет около 10 евро стоить. А так я его куплю, и на месяц мне хватит за 9 евро. Ну, и поедем в Коблинц. Сейчас наш папа отработает. Ему нужно будет в автосервис поставить машину, заправить. Стоп, Рома. Аккуратно, идем потихоньку. В общем, Саше нужно заполнить кондиционер в машине. Не знаю, то ли он пропускает, то ли просто кончился. Ну, в общем, нужно в автосервис ему. И сейчас. Ну и в общем. Хорошо. Ну и, в общем, нужно будет ему поставить машину. И он нам сказал, приезжайте в Коблинц, а там, пока мы машину будем делать, погуляем где-нибудь, что-нибудь такое, в общем. Ну и я, конечно, согласилась. Чё Насте дома сидеть? Чё дома делать? Ну вот, забрала Рому пораньше. Ну и, в общем, сейчас поедем тогда. Я даже не знаю расписание, как там у нас ездят эти автобусы, какой номер едет. Я знаю, где у нас вокзал. Ну и, в общем, с этого вокзала. Надеюсь, уехать. В общем, взяла Ромке самокат для того, чтобы он едет. Через минут 5-10 он начинает уже плакать, что он устал. Не знаю, с чем это связано. Но, тем более, после садика я решила не рисковать, а взять с собой самокат. Ну, там, если что, мы его закинем в багажник просто, и все. Когда папа нас встретит. Вот так вот. Так что, сейчас мы уже подходим вот к вокзалу. Сейчас посмотрим, есть эти билеты. Ну, и там подключить. Молодец. Сидим на остановке, купили билет, который за 9 евро. Написали имя, нужно обязательно имя там написать. Ну и, в общем, ждем. Еще 30 минут нам ждать. Да? Да! Как цыган уже устроился на лавочке. Достал брецель. Да, сынок? Угу. Ну, ноги-то спусти. В общем, нам еще автобуса ждать приличненько, но он не хочет идти. Я говорю, пойдем на следующую остановку, чуть дальше пройдем. Нет, будем сидеть здесь ждать. Сидим, ждем. Нравится тебе автобус? Приехали мы.
центр. Рома, он мой, рванул уже. Не подходи близко к воде. Рома, отойди, намочишься. Не подходи близко, сейчас он брызнет на тебя. Все, пошли? Хорошо так. Все гуляют. Пойдем, Рома. Довольны? Да. Собачек, смотрите, поставили. Да. Водичку. Классно. Папа наш сейчас закончит уже работать, тоже приедет. В общем, он еще не выехал, по-моему, с фермы. Ну, мы пока не дотопаем до того места, где мы договорились встретиться. В общем, у нас время есть, мы можем еще и прогуляться немножко. Роман, посмотрите на него. Очки увидел. Увидел очки. Не трогай, не трогай. Машка, зашли, я себе кофейку взяла. Вернее, латте макиато. Рома, мороженка. Вкусно? Да. Все, щечка уже в мороженом. А я мальчишки. Облизывай хорошо. Все, идем навстречу к папе. Моська чумазая уже. Руки все заняты. Ладно, поснимаем потом до автосервиса. Но это не этот автосервис, а рядышком. Смотрите. Лада. И вот там еще значок тоже стоит. Так, вот пойдем дальше. Там папа уже наш приехал, но он сейчас пока машину там отдаст. Но он нас не видел еще. Мы решили пройтись немножко. Тут что-то, я не знаю, наверное, какой-то этот, типа Хайма или что-то такое. Потому что прям велосипедов, смотрите, сколько стоит натыкано. Это обычно они вот этим приезжим раздают велосипеды, чтобы они ездили на них. Вот так. А мы с Ромой пока прогуливаемся. Рома, мороженка съел? Доедает, да. Облизывается. Да, я уже доедал. Доедал? Доел? Доел я. Да, молодец. Все. Мы уже с Ромой забрели на детскую площадку. Роман там с огромной. Ну и как? Круто? Да, но она такая огромная, что он сам не смог туда залезть. Пришлось мне ему помогать. Высоко сильно. Да, Рома? Класс? Площадка большая, я не могу снимать, потому что люди здесь еще. Ну все, мы пока папу ждем, пока здесь. Там лазит, смотрите, какая тут это штукенция. Ну такая для деток, чтоб лазить, в общем. Гамак есть. Я вот думаю, сейчас вот люди собираются уходить, сейчас уйдут, и я тут прилягу. Горочка там есть. Классный такой, большой-большой. Это детская площадка большая. Хотя вон там еще кто-то идет. Сейчас эти уйдут, другие придут. Не дадут мне полежать. Кое-как завалилась. Ромка там лазит, все. Нет, как-то жестковато. Не очень, конечно, я скажу. Ой, ой, господи, лишь бы не упасть. Так это... покачаться просто. Ну что-то меня и так в автобусе укачало, что надо было мне свои ручки одеть, эти браслетики, а я что-то не взяла ни Ромкина, ни свои. В общем, в автобусе меня немножко подукачало. А Ромка ничего, вроде как. Класс? Лазишь? Смотри аккуратно, пожалуйста. Пришел наш папа уже, мы тут уже часа два, наверное, на этой площадке, устали уже, его кое-как, Ромашку кое-как забираем оттуда. Пойдем сходим в магазин, купим себе что-нибудь перекусить, кофе, пока ждем. Вот так вот, в общем, прогуливаемся. Погодка хорошая. Я тебя подстрахую чуть-чуть. Подстрахую всех. Ромка, здрасте. Не хочу. Смотрите, в каком здании тут этот. Вот. Ромка меня воспитывает. Там бык и кто там? Вообще-то это Геракл. Один из подвигов Геракла. Хорошо. Когда он быка победил. Насколько я знаю вообще. Ты уверен, что это он? Ну да.
Ну, пойдем. А здание какое-то старинное. Я, правда, забыл. Рома, возьми, пожалуйста, за руку. Не забудь про него. Роман! Куда ты пошел? Иди сюда. Пойдем в другой магазин сходим. Роман, сейчас подумаешь, что ты воруешь. Прям низко-низко. Он садится? А, он в больнице, наверное, садится, да? Да. Он вообще огромный. В магазин купили еды, сидим с Сашей. Мячим. Саша хот-дог с айраном, я айран. Колбаску тут купили. Покажу такую вот колбаску грызу. Ромка наш там на гамаке качается. Ну, в общем, сидим, ждем, когда машина наша... Не упадет он? Спрыгнет. Вон он, видите, на гамаке. Ничего не хочет. Ну, кровь пить, мозги парить хочет. Кошмар, с ним стало невыносимо ходить в магазин. Ведет себя ужасно ромашка. Начинает кричать, бегать, что-то тачку толкает, что-то... Это вообще ужас какой-то. Не знаю, что происходит. Последнюю вот неделю прям вообще невыносимый стал. Избалованный или что. Вроде мы его не балуем, ничего... Воспитываем все равно. Ну, у него с рождения вот такой характер. Иногда бывает нет-нет получше, а иногда прям начинает вот голову выносит, прям мозг весь. Вот так вот. Ну, сейчас пришли вот назад на площадку. Он тут пока бегает. Мы сидим, едим, сказали, не пойдешь на горку, пока мы не поедим. А на горку там высоко, и он сам залезть не может. Его надо подсаживать, чтобы он туда залез. Поэтому он ждет, когда мы тут покушаем. Так, ну мы уже дома. Устали, нагулялись. Сейчас пойдем чай пить. Там он у меня. Видите, кто сидит. В общем, сейчас чаек пойдем пить. Подписывайтесь на мой канал. Да. Вот эти... Вот эти много подписчики. Молодец. Так, сидим сейчас, пьем чай. Я вот вспомнила, что я вам не рассказала, что мы приезжали сейчас в заправку, и на заправке с сегодняшнего дня должны были же цены поменяться. Ну и, в общем, мы проезжали мимо заправки. Цена была такая. Дизель 1,84, потом супер 1,84 и Е10 1,78. В общем, они поменялись, конечно. Вчера они резко повысились. У нас все было выше двух ойра. Ну, а сегодня понизились. Ну, понизились они так, что, ну, как бы... Всем привет, центов ребята, на 10, я думаю. С вами Рома. Да. Вот так вот. Пишите в комментариях, у вас как там обстоят дела. Понизилась цена, нет? Или это лохотрон очередной? Не знаю, как там будет дальше. Что-то мне мало верится. Мне кажется, они сегодня понизили, а завтра потихоньку начнут ползти цены вверх опять. Ну, не знаю, посмотрим. Еще что хотела спросить. Кто ездит на автобусах, поездах? У нас что, не отменили еще маски, эти масочный режим в общественном транспорте? Я просто не езжу никогда и не знаю. Сегодня мы залезли с Ромой, ну, я купила этот билет за 9 ойра знаменитый, показала его, прошла, села, и, в общем, знакомая потом заходит в автобус и говорит: «Настя, ты что без маски?» Я говорю: «А что, положи здесь». «А что?» Я говорю: «Что, нужно маску?» Она говорит: «Да, конечно, в общественном транспорте нужна обязательно маска». Я говорю: «Не знаю, она мне ничего не сказала, поэтому я без маски». Напишите, кто знает, нужны маски еще в общественном транспорте или нет. Александр Александрович. Проснулись его деточки? Деточки, привет. У него там деточки, шарики он себе купил в форме червячков. Три штуки положил спать. Ну, в общем, увидимся с вами завтра.